На днях в столице Филиппин можно было посмотреть на военные корабли индийского флота. Они прибыли в страну в рамках 5-дневного дружеского визита. Вряд ли Индия ассоциируется у кого-либо со страной, имеющей мощный военно-морской флот. Впрочем, некоторые эксперты вносят вооруженные силы Индии в пятерку сильнейших армий мира. Видимо, не зря в вопросах закупок боевой техники индусы уверенно держат первое место. Примечательно, что в армию Индии идут служить исключительно на добровольной основе.